Вибрации этой личности направляют на достижение жизненной цели, которая представляет собой открытый вызов обществу, заставляет постоянно конфликтовать с миром и самим собой. Если родные и близкие ударяют и издают звонкую букву «Б», называя владельца полным именем, то это считается признаком большого авторитета в семье, также значит потребность человека в острых ощущениях. Звук «Н» говорит о высокой трудоспособности и одновременного отвращения к бесполезной работе. Звук «Б» в этом имени вызывает стремление финансово обеспечить свою жизнь и отражает стремление к материальным благам. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Если по каким-то причинам решение жизненной проблемы заходит в тупик, то такие люди становятся неуравновешенными, нервозными. Гласная буква «А» придает движение вперед, но выбор и нрав этого имени диктуют другие буквы, заключенные в имени носителя. Внешний человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры и тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Носители имени, которые не связывают свою жизнь с бизнесом или торговлей, обычно достаточно неплохо распоряжаются деньгами. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Носителю имени не придется заставлять трудиться. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Буква «Н» в этом имени дает людям силы не воспринимать все без разбора. Основная буква «А» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Этих личностей сложно обмануть, видимостью для них всегда важна реальность. Головокружительная любовь, риск коммерции, пробивные способности – вот цвета этого имени. Часто в характере людей с буквой «О» в этом имени проявляется упрямство, с помощью которого они могут достичь больших высот в карьере. Этому человеку трудно подниматься по служебной лестнице, и поэтому он порой ищет возможность реализоваться в свободном творчестве. Значение буквы «О» сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Самая большая проблема у владельца этого имени – они неограниченно расходуют свою энергию. Они рискуют заработать нервный срыв и переутомление. Такие люди всегда имеют свое мнение и умеют его отстаивать. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.